Этих ребят 2 месяца учили фотографировать, рисовать на ткани, расписывать дымковские игрушки, создавать рисунки на воде и с помощью цветного песка. Все это в рамках бесплатного познавательного проекта от администрации Владивостока «Хрустальный мир». Но, как известно, после плодотворной учебы можно и отдохнуть. Этим ребята пригласили заняться на большом красочном концерте. Здесь и аниматоры, и шоу мыльных пузырей, а также всевозможные игры и выступления детских коллективов. Младшая дочь принимала участие, очень понравилось, очень хорошо, очень все сложено, все прекрасно, детям нравится, взрослым тоже, все в восторге, спасибо большое. Всего для детей провели около 30 мастер-классов. В них участвовали более 200 ребят, большинство из которых с ограниченными возможностями. Они приготовили огромное количество поделок, которые мы сегодня видим, и сделали выставку. Они вместе общались, они вместе дружили, творили. Проект проходит 2-й год подряд, и организаторы не стремятся его останавливать. Ведь это отличная возможность научить детей чему-то новому, а главное, на ярком примере доказать, что для искренней дружбы не существует ни диагнозов, ни прочих ограничений. Ирина Мокрицова, Андрей Пичугин. Новости на 8.